Ринат Шафиков – человек с богатым жизненным опытом. Майор запаса, профессиональный альпинист. Он побывал в нескольких горячих точках. Его проект под названием «Тошакор» стал в этом году лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». Цель инициативы – научная экспедиция в Афганистан по поиску пропавших без вести советских военнослужащих и проведение этнографических исследований. Двумя годами ранее проект Рината Шафикова «Восточный Гиндукуш» также был удостоен высокой награды. Впервые за всю историю мы из России, то есть наша команда одинцовцев, в том числе я руководитель, мы взяли главную вершину Афганистана на шаг 7492, впервые за всю историю российского альпинизма. И в 2016 году мы впервые взяли главную вершину Гиндукуша, она 7708. Впервые за всю историю мы взяли. Их всего подняло 6 человек на эту вершину. Только сейчас мы вернулись с Афганистана в конце октября. А моя вторая группа вернулась только вчера с Афганистана. Сняли пленного с района Бамиана, провинции Бамиана. Пообщаться с таким самобытным человеком школьникам удается не каждый день. В этот раз познавательную встречу организовали для ребят сторонники партии «Единая Россия». Ринат Шафиков рассказал учащимся о своем жизненном пути, победах и неудачах. Показал собравшимся национальные костюмы и предметы быта калашей, местной народности, живущей на севере Пакистана. Кроме того, школьники познакомились с народными обычаями и культурой этого загадочного народа. По словам учителей, такие встречи вызывают большой интерес у юношей и девушек, мотивируют подрастающее поколение к саморазвитию. Это мероприятие не только может быть воспитательным, это мероприятие для того, чтобы найти какой-то маячок в своей жизни. Для чего вообще мы живем на этой земле? Может быть, кто-то получит дополнительную мотивацию, может быть, вот здесь не получается, а можно пойти в горы. А чтобы пойти в горы, нужно потянуть физическую свою подготовку. Проведение подобных открытых уроков в гимназии номер 11 стало традицией. Образовательное учреждение регулярно приглашает в гости выдающихся жителей Одинцовского района, рассказы которых всегда находят отклик в сердцах учеников. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».